Всем привет! Сегодня у нас 6 июля 2019 год. Хочу показать вашему вниманию такой ранний десертный урожайный сорт, беспроблемный. Десертное раннее. Я уже снимал видео в прошлом году за этот сорт. В этом году хочу показать, какой может быть размер при нормировке этого сорта. То есть тут у меня ветка вщепнута в крону дерева, и я ее специально пронормировал, чтобы показать, какой может быть вес. Вот такие вот красивые сейчас сорвем. Вот такой калибр в руке, крутой размер, вообще шикарный. Знаете, какая просто класс, такой здоровый размер. Три штуки в руку не вмещается. Обязательно положу на веса, сважу их. Ай. Вот запряталась тоже такая здоровая. Знаете, как хорошо яблоко. Реально такой вес достойный. Сейчас посмотрим. Сорву. Знаете, какие яблоки при нормировке могут быть. Опа. Вот такие здоровые бильярдные шары могут быть. Так, давайте глянем уже размер. Очень интересно при нормировке, какой может быть. Такая красавица. 116 грамм. Вот ЛЧ, десертное раннее. Размерчик. Так. В руке буду держать. 94, 110, круто, 103. То есть если хотите, чтобы был хороший размер, надо нормировать. Без нормировки будет 50-60 грамм, ну и будет ее очень много. Вот 100 грамм, 94 грамма, 95, вес отличный, 91, вес просто класс. Ай, улетело. Уж такие товарные, реально вот в руке можно видеть, как яблоко. Вот это десертное раннее, самый ранний десертный сорт в моей коллекции, вкус просто класс. Сейчас разрежу его. Не надо за ним труситься, за этим сортом. То есть он отлично растет без обработок. Очень урожайный. Вот такая вот у него мякоть. Видно, сочная. То есть неприхотливый сорт. Так. Разрезать еще. Вкусный очень он. Мне он очень нравится по вкусу. Сочный. Вот такая вот. Вот такой хороший, классный сорт. То есть, если падает, плоды не бьются. Вот такая вот. Вот такая вот луча. Так, давайте сейчас попробуем вкус в этом году какой. Шикарная. Она вот еще чуть-чуть зеленоватая. То есть, когда она полностью спелая, когда она не на дерево, а если падает, с нее течет ручьем. И она набирает намного лучше свои вкусовые. Именно при полном созревании. Поистине десертный, вкусный, сладкий сорт. Шкурка с кислинкой. Шкурка хрустит. Если шкурку жевать, то она такая прям кисловатая. Но сама мякоть внутри очень сладкая и очень ароматная. То есть шкурка придает пикантности такой своеобразной этому сорту. Сорт поистине классный. Очень сладкий. То есть вот скажу, какие у него
есть недостатки. Первый недостаток у этого сорта — то, что он может осыпаться. Второй, ну, осыпаться именно спелыми. Зеленый он не сыпется. То есть полностью поспелый плод не висит. Он просто падает на землю. Ну, не бьется ничего, она как бы довольно-таки плотная. И второй недостаток — неравномерное созревание, то есть растянутое. Ну, и это плохо для промышленников, то есть неравномерное поспевание, то есть сбор плодов надо проводить в течение там 2, а то и 2,5 недель. Для частного сектора, то есть это идеально, что не сразу все махом, что взял, надо его куда-то деть, а именно ходишь каждый день, кушаешь, ну, то есть собираешь такие плоды, то есть это как бы, можно сказать, и плюс. А конкретно плюсы его — то, что очень ранний, очень вкусный, товарный, не нуждается в обработках, червь не берет. Ну, блин, растет, как вот его посадил, как в поле, и будет вот так у вас расти. То есть нормировка — будут такие плоды, без нормировки будет, ну, 60-70 грамм, вот так. Ну, в принципе, по сорту как бы все. У кого растет данный сорт, просьба тоже отписаться в комментариях, рассказать свои наблюдения, кто что о нем думает, о этом сорте. Будет интересно услышать чужое мнение. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока.